быстрее! Я не могу, я на плите подпрыгну. О нет, о нет! Ну ладно. Ладно, садись на унитаз. Да я не могу. И вот сейчас, я думаю, можно пробовать. Так, нет, вот, вот сейчас. Ева! Всем привет, вы на канале Крошки Евы. И как вы уже, наверное, поняли, мы пришли в копирку той игры, где нужно доплыть до сокровищ. Короче, Лана, у меня для тебя есть сюрприз. Ага, ты готова? Ага. Сюрприз более сюрпризный, чем полная копирка кораблей. Ну да, еще сюрпризнее. Так, а у меня тут уже, кстати, два корабля сделано, и я готова тебе их показывать. О, господи! Вау! Это что? Прошу. Ева. Садись. Обалдеть. А может открыть? Можно пооткрывать их? Да, можно еще телевизор включить. О, господи! И подпрыгнуть, да, это... на плите? Да, это такая, знаешь, это она говорит, что тебе горячо очень, и ты такая улетай отсюда. Обалдеть, Ева, это просто нереально круто. Мы же поплывем. Сейчас, почему не могу сесть? Вот. Божечки, это нереально круто. Я, правда, зашла не через дверь, но ничего страшного. Ну, она, честно говоря, почему-то и не открывается. У меня не получилось, короче, это сделать. Я заходила через окна. Поэтому у нас все есть. Есть плита, есть недопицца, которую я не доготовила. Вот, есть холодильник, телевизор. Все, что нужно, почему-то телевизор выключается самостоятельно. Вот я его включаю, и как-то он, ага, недолго работает. Ну и, собственно, дверь, ну что, поехали? Ой, поехали, слушай. Слушай, по-моему, такого в обычных кораблях нет. Ага, ты управляешь. Похоже, да, но это очень сложно. Это очень сложно. Я вот там золото обещали нам, вон там 25. Сейчас, оп, отлично. Ева! Ай, аккуратней. Ладно, тут очень-очень-очень сложное управление. И немножко неправильное, когда тебе нужно развернуться... Тебе надо не в правую сторону, допустим, а в левую. Ну, короче, наоборот, это все делается. Ну, ладно, ладно. Я думаю, что... Нет, нет, не рушьте нас, прекрасный корабль. Это дом, это наш дом, не ломайте его. Ну, у меня есть еще один корабль, блина. Так, все нормально. Который намного-намного лучше. Двигатели! Черт! Все двигатели. Все двигатели, прикинь, прям вот в один раз. Какой кошмар. А, ну, напоследок мы можем подпрыгнуть на нашей плите. О, точно, точно, и улететь в космос. А, надо бы рюкзак с шариками какой-то, было бы неплохо. Ой, слушай, тут, кстати, нет шариков, и вообще, что-то тут мало очень блоков, и слушай, ну самое... холодильник. Холодильник, это да. Холодильник, кстати, за подписку на группу, вот мне пришлось это сделать, да. Но зато ты увидишь скоро еще крутую вещь, которая, я думаю, даже намного лучше холодильника. Или даже в дополнение к нему. Лучше, чем холодильник? Ого, еда, что ли? Нет. Ну ладно. Ну, как мы помрем, так и увидишь. Хорошо. Вот, а потом нам придется строить третий корабль самостоятельно уже, потому что у меня фантазии не хватило, и скоро у нас отберут холодильник. Ладно, он сейчас упадет. Нет, только не холодильник. Кстати, а что мы смотрим? Ой, о боже. Кажется, уже ничего. Нет, еще смотрим что-то. Ну, мы отвлекаемся максимально, чтобы не видеть, как нашу квартиру тут уничтожают с помощью пальм, бочек и всего остального. Ева, тебя меня немножко ранило. Холодильник! Нет. О боже, Ева, слушай. Сырная пицца. Ты прям с краю, это очень опасно. Ой, да. Слушай, опасно очень. Еще даже дверь не ушла, а я уже с края. Вау. Ничего себе, а где зрители? Это как на Олимпиаде, да? Без зрителей. Они, кажется, побросали. Нет, 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 нет. Ева! Лета! Нет! А что, нельзя запрыгнуть сюда? Лана! Лана, давай быстрее. Я не могу, я на плите подпрыгну. Это удачно, понимаю. Нет! Ну, я хотела это сделать, я это сделала. Короче, я тоже померла, потому что меня бургер задел, и я свалилась. Ну что, вроде заработали неплохо, сейчас посмотрим. 100 золота, 100 долларов хотела сказать я. Ну, у меня теперь 300. Ой, это здорово очень. Так, ну что, Лана, готова? Мне нравится вот эта лодка, можно в ней поплыть? А у меня ее нету, я уже ее использовала. Ну вот, ну, ты можешь на нее нажать, в принципе, и она тебе построит, вот, да. Ой, вот. Что это? Ну, что-то типа корабля, я не знаю, ну, такой себе. Ты чего лоток взяла? Я на всякий случай. Лана идет разрушать. Не, мне это не нравится, убираем. Так, ну что, загружаем первый наш корабль, и та-дам, пойдем.
пойдем посмотришь. Первый? Да. То есть второй? Ну, я его строила первым, вот, смотри, тут есть унитаз. На него можно сесть? К сожалению, нет, я уже пробовала. Да, это очень обидно. А что только один двигатель? А потому что она, кстати, очень легкая, и я проверяла, она очень хорошо идет, так что давай, садись. Ева, а может ты защитишь двигатель хотя бы тогда обычными блоками? А то в прошлый раз он плохо выжил. Так, ну... Оп-оп-оп. Тут такие же проблемы, как и в кораблях, тоже плохо строится все, поэтому вот, вот я думаю, вот будет так. И еще, кстати, тут есть очень классная штука, тут можно все красить. Вау! Слушай, а я могу твое покрасить? Так, сейчас думаю, попробуем. Да. Лана, ты сделала прозрачное... окно? Нет, я открыла его. Ничего себе, у тебя получилось? Ну да, а можно мы сделаем розовый унитаз? Без проблем. Пусть будет розовый. По-моему, идеально. Прекрасно. Слушай, ну у нас получается какой-то разноцветный корабль, мне уже нравится. Так, наверное, возьмем еще желтенький. И вот, вот эти вот тоже. Вот так покрасим. Короче, какой-то детский реально корабль получается. Все, я довольна. Так, ну что, поехали? Ну, давай. Я с кисточкой поеду. Ага, я вижу. Это чтобы защищаться. Можно на ходу перекрашивать? Нет. Наверное, нет. А еще, ладно, ты, кажется, пятки свои потеряешь в первую очередь. Ничего страшного. Главное, чтобы мы доплыли куда-нибудь. Ну, ты знаешь, вот я, кстати, тестировала этот корабль, и он очень-очень удобный и маневренный. Вот, смотри, даже несмотря на то, что ты заблокировала этот двигатель? Ну, да. Ну, это круто, мне нравится. Только тут, конечно, надо с разгоном все делать. Это был какой-то не очень хороший разгон, очень опасный. Ну, тут, нет, честно говоря, очень-очень плохое управление, поэтому можно просто только надеяться на то, что ты пролетишь вот так вот прямо и немножечко неаккуратно. Ай-яй-яй-яй. Я во все собрала камни просто. Все, да. Еще Лана такая осталась с двух сторон, возле нее нету ничего. Блин, а что тут опасненько? Лана, я стараюсь. Ты же видишь, сколько тут камней. О нет! Ну ладно. Лана, садись на унитаз. Да я не могу. О, господи. Ну, давай, я буду ехать. Предельно аккуратно, елки-палки, один унитаз остался. Что за кошмар? Так, Ева, ну не пихайся, ладно, держись, пожалуйста. Держись. Я разворачивалась. Тут разворачивается все в другую сторону немножечко. Так, держись. Я стараюсь. Я держусь за унитаз. Ты чё? Ты чё? А как это произошло? Я не знаю, может, я как-то... Блин, а я хотела тебя поставить. Все нормально, я живу, пока еще живу. Так, а я, кажется, нет. Ева! Так, я могу пооткрывать окна напоследок. О, боже мой. Опять 100 золотых? Слушай, мы, кажется, до одних и тех же этих сосисок доезжаем. Точно. Так, ну что, кажется, сейчас нам нужно построить с тобой самостоятельно целый огромный наш корабль. Да, и смотри, у меня есть стекло, а еще у меня есть много золота, я хочу сделать его предельно прозрачным. Еще можно потом покрасить. Интересно, как это будет выглядеть. Ого. О, есть еще песок, выглядит как золото. Так, а мне тут показывают телевизор, я могу его поставить? Нет, кажется, я еще не подписалась. Да, ты не подписалась, ну давай поставлю куда ты хочешь. Можно вот сюда. Так, нет, я сказала не сюда. Не, давай не надо, он мне кажется дороговат, лучше использовать блоки. А мне еще 1140. Ого. Так, слушай, да. А у меня есть какие-то вот такие вот штуки, они нам нужны вообще? О, ладно, это очень опасно, но если ты хочешь, то давай. Ну, почему бы и нет, по-моему, прикольно. Ну, это пока что прикольно. А еще есть вот такие. Так, какие, где? А, не могу, 20 бриллиантов стоят. Ну, короче, такие же, только розовые. О, у меня... Давай, знаешь что, поставим... Ого, я могу удалять твои постройки. Ого! Поставим вовнутрь моторы, а вот ускорители с двух сторон. Ну, давай. Давай, вот так. Вот так. Омега. Ну что, ставим? Ой, Ева, может, не мне надо. Мне только на один хватает. Выглядит опасно очень. Так, ну давай тогда удалим. Смотри, что-то есть. Табличка есть. Ага. Восклицательный знак, прикольно. Аккуратно здесь происходит строительство. Видимо, про это она и говорит. Да. Так, уж. Слушай, тут какая-то еще штука есть вот такая вот. И мне ровно на две хватает, давай их оставим. Я не знаю, что они делают, но мы проверим. Так, теперь я думаю, надо гранитом все закрыть. О, господи. Ну, в принципе, да. А я вот здесь
Вот сколько мне хватит, вот мрамора. Ева, ну мрамор же, мрамор, ну куда ты? А ты же можешь, наверное, и моё удалять, нет? Да, могу, но мне как-то не хочется. Так, ну это я закрываю вот так, а ты давай мрамором. Ну вот, я впереди, вот это более вроде крепкое. Ого, то, что... титан, ничего себе. Ну да. Тут есть золото, давай сделаем вот так. Ева, а тебе денег вообще хватит? Да, у меня еще 480 осталось. Ну ладно. Могу еще сделать вот так. Я хочу побольше креселок. Давай еще два телека поставим, у нас будет кинотеатр. Ну вообще можно, можно еще второй. А только у меня денег не осталось, только на одно кресло хватит. Так. О, ладно, все просто в телеках, смотри. Обалдеть. У тебя есть еще на парочку кресел, чтобы второй, да, ряд для зрителей? Да, конечно, у меня еще 120 осталось. Отлично. Так. Ой, слушай, надо кого-то еще к нам пригласить, потому что у нас слишком много мест. Надо. Вау, раскрасть, я забыла. Я считаю. Ой, это так красиво. Так, ну я думаю, надо сделать вот тут стеклянные вот такие вот окошечки. И вот с этой стороны, чтобы они нас защищали. Отлично, у меня осталось 14 монеток. Ух ты. И я думаю, достаточно. Больше ничего даже не буду ставить. Ну, вообще, да, а может покрасим в какой-нибудь... Ой, может телевизоры, давай сделаем какими-нибудь вот. Вау, слушай, сзади еще лучше выглядит. Ага. Но у нас опять какие-то бешеные цвета. Да, с тобой. Ага. Ого. Так, я хотела бы вот в такой цвет покрасить стекло. Слушай, а красиво выглядит. А, я не вижу, чтобы оно вообще было покрашено, но... Я его в голубой немножечко покрасила. А-а-а. Вот смотри, это красный. Ну, почти красный, даже розовый. Вот красный. О, слушай, как мармеладки, мне нравится. О, боже мой, теперь хочу мармеладки. Так, с этой стороны будет зеленая. Нет, зеленая тоже не видно, слушай. Давай сделаем синее. О, вау, вот это круто. Здорово. Так, мне очень нравится. Ну что, присаживайся на любое место. Ну да. Давай, знаешь, я даже его сохраню, наверное, потому что, ну, мне очень понравилось. А у тебя достаточно здесь этих слотов для сохранения? Слотов? Вот как раз третий использовала. Дальше, наверное, за робоксы можно докупать. Угу. Так, я сяду, наверное, в середине. И вот буду вот отсюда смотреть телевизор. Ну что, поехали? Давай. Только я боюсь. Лана, а попробуй ты управлять. У тебя получится? Нет, не получается. Это ты делаешь? Нет, это ты делаешь. Я? Да. А что так плохо? А, не знаю. Ну попробуй, вперед а нажимай. А что можно активировать? Держи. Ну я нажимаю вперед. А, ну тут нажимай активировать. Нажимай. Господи, а так, а как отактивировать обратно? А, просто нажать на нее еще раз. Блин, нет, кажется, я ее включила. Да, нажимаю еще раз, вот, ты ее убираешь. А теперь мы можем проверить мою вот эту штуку, которую я добавляла, которую надо тоже активировать. Итак, сейчас я выровняю. И вот выйдем немножечко на более ровную такую поверхность. И вот сейчас, я думаю, можно пробовать. Так, нет, вот, вот сейчас. Ева! Божечки, что происходит? Ладно, это просто шикарно. Стоп, 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 мы не хотим обратно. Спасибо. О боже мой. Я нас развернула, ну, немножко. Это было неплохо. Слушай, ну... мы уровень пролетели просто вообще. А еще вообще, они тут, да, кстати, кувырком так. Да. Смотри, ее, наверное, одну штуку надо было в начало, другую в конец. И вообще, такие, наверное, надо 4 ставить, чтобы с 4 сторон она подлетала равномерно. Вот, и, короче, можно еще раз уровень так попробовать проехаться, только если у нас эта штука не умрет. Да уж. Потому что там уже немножечко ушел камень. Мрамор был вроде бы даже. Ну да, да, мрамор. Ну что, попробуем еще раз активировать. Ой, Ева, мне страшно. Мы опять сейчас на сосисках погибнем! Это я тоже добавила, но, видимо, зря. Да, видимо, зря. Очень зря. Ну, интересно, а мы ты же сохранила корабль, мы... Не знаю. Ладно, а куда мы летим? Мы на отдых. Это полет в теплые страны. Какие-то очень далекие теплые страны. Ты телевизор там смотри просто и не волнуйся, все в порядке. Боже мой. И решила от первого лица посмотреть, но это все очень плохо. Так, давай, я отключаю свою штуку, ты тоже отключаю и посмотрим, куда мы прилетим. Ну, я отключила. Ага, кажется, мы уже летим вниз, только я даже не вижу нашего острова, где мы были. Божечки, какой кошмар. Ну, мы далековато, конечно, улетели. Да, очень. Ева, я предлагаю спрыгнуть с парашютом, а потом восстановить этот корабль и снова его протестировать, так сказать. Оу!
О, а ты где? А я спрыгнула. Корабля нету, тебя нету. И короче, я тоже, да. Я одна в воздухе. Он, видимо, слишком быстро летит. Ого, слушай. Ну ладно, я тогда ресетаю, скорее всего. Да. О, ладно, мы заработали 75 золота, обалдеть. Да. Так, ну что? Подожди, у меня еще 12, ой, 15 этих бриллиантов. О, крутяк. Так, ну что? А что тут? У меня 30 еще почему-то. А что по удаленное все, Ева? А... О, не знаю, слушай, очень кто странно. Кто выкусил у меня нас в корабле штуки? А, без понятия, один телевизор тоже дожил. Блин, а у меня одна золотая, вот это вот, короче, один кусочек золота почему-то остался, очень странно. Так, подожди, давай вот еще раз вот так вот. Слушай, очень странно, не знаю. Ну, Ева, я предлагаю просто достроить, мы же помним, что тут было. Ну да. Так, ну что, я ставлю еще вот эту вот штуку сюда. Сюда и вот сюда. И, наверное, одну убираю сзади и ставлю одну вперед. Чтобы было по-честному, чтобы мы точно летели. Ты прям намерена летать, да? Да, я очень хочу. Так, ну что, я думаю, ну, стеклом, наверное, сейчас вот так тут заполним эти области. Зачем стеклом? А, ты уже доделал? Да, там стекло было. Вот это было, а, нет, стекло было выше. А вот тут стекло было. Ну вот и ставь его туда. Ну, это тоже, в принципе, можно стеклом, почему бы и нет. Ого, тут даже пол кое-где пропал. Ладно, я предлагаю даже не красить и сразу отправляться. Мне очень даже не... Ой. Вот. Вау, что ты сделала? Я покрасила что вот это? Такую штучку. А как? А что это за цвет? Он зелененький. А почему он светится? Ну, видимо, потому что сам этот двигатель светится, и вот так получилось. Обалдеть. Подожди, Ева, а у нас не должен быть еще какой-нибудь двигатель? Немало их? А, ой, так, удаляем, ой. Ставим. И у нас, кажется, пробелы в телевизорах. Ну, ничего страшного. Так, все, я дополнила, можно, в принципе, их покрасить. Давай в зеленый. О, прикольно. Ну что, Лана, готова? Я считаю, что все просто идеально. Давай-ка сядем рядышком. О, давай садись рядышком. Да, блин, а что не получается? О, отлично. О, отлично. Так, ну что, готова? Ага. Поехали. Ну что, сразу врубаем эту штуку? Я ничего не могу активировать. А, потому что, наверное, все мои, слушай, ты же не знаю. А, ну, логично. Так, сейчас делаем вот так. Уу! Ева, не в ту сторону. Мы застряли? Да. Оп. Отлично. Так, слушай, ну как-то не очень летит, конечно. Ну да. А знаешь, вот все время, что мы ездим, вот эти ребята вот там строятся в черном. Ага. Видишь, у них уже какой-то поезд просто сделали. Обалдеть. Ой, ой, не туда, ой, не туда. Ты что, хотела искупаться немножко? Ну да, немножко хотела. Так, слушай, кажется, что-то мы не так едем, надо... Ага. Блин, не в ту сторону! Ну, короче, Ева, ты можешь рулить? А вырули туда, пожалуйста. Мы что-то вниз летим. Блин, а... О, чего? Ничего себе. А почему мы нарисованы? А, ты в конце, ты видела? Ты тоже. Ого. Ну нам ничего не заплатили. А сколько нам денег? Блин, а нечестно, они же показали, что мы дошли туда. О, а у меня вот лодка появилась. Ну, значит, на ней в следующий раз и поплывем. Слушай, да. Ну, ребят, я думаю, на этом все пока что. Мы пешком пойдем, да, Лан? Да, вот это лодка с ногами. А, хорошо, и весел даже не додали. Кисточкой. Ну, в принципе, неплохо. Ну, а я думаю, в следующий раз мы возьмем Ульяну и Ёши с собой, сделаем много пиццы, поставим холодильник, поставим тоже кучу телевизоров, сделаем мини-кинотеатр и поплывем. А на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Пока!